Депутаты Красноярского горсовета решили избавиться от дорогостоящего автомобиля BMW 525 модели. Он находится на балансе парламента около 5 лет. Такое решение народные избранники приняли с целью сократить расходы. Немецкий седан был куплен в 2008 году и закреплен за председателем горсовета. Сейчас его балансовая стоимость составляет более 1 800 000 рублей. И эксплуатировать столь дорогостоящий автомобиль депутаты сочли нецелесообразным. Первым машину обкатал Владимир Чащин, затем очередь дошла до Валерия Ревкуца. Без автомобилей народные избранники не останутся. В использовании депутатов есть 3 Toyota Camry. Дальше администрация города решит, что с ним делать, перераспределить куда-то или продать его. А в распоряжении горсовета остается 3 автомобиля Camry. На мой взгляд, еще можно один сократить, учитывая трафик поездок. На мой взгляд, вообще не должно быть у депутатов каких-то персональных автомобилей ни у председателей, ни у замов, ни у кого бы то ни было еще.